Ты Чакаев, Ахмад, ты сегодня очередной раз доказал, что умеешь забивать голы, не только, брат, баллы, приемы, такие пятибальные приемы по вольной борьбе, но по 2-3 мяча забивать в одном матче в войнах лиги. Как это тебе удается? Как-то мы играем в футбольный отбор, у нас очень такие интересные игры бывают. Жутки бывают, как говорится. Ну и ребята, братья поднялись, по-моему. Со в дальнейшем чуть уверенность у меня была, чтобы я мог забивать еще. А так в целом, ребята все боролись за каждый мяч. Игра была хорошая. Ангеле, нормально так. Для нас сложилось, когда выиграли сегодня. И, конечно же, Ахмад Чакаев, уровень в войнах лиги намного поднялся с появлением таких спортсменов, наших выдающихся спортсменов, Расула Албасханова, который... Уровень в войнах лиги намного поднялся с появлением таких спортсменов, наших выдающихся спортсменов, Расула Албасханова, который выступает за футбольный клуб Барагангечу. И, конечно же, Ахмад Чакаев за футбольный клуб «Десятилетка». Ахмад, уже около 10 мячей. Ты считаешь свои мячи? Нет, счетчик сбился. Счетчик сбился. Значит, двухзначное число. Ахмаду Чакаеву желаем дальнейших успехов. И, естественно, вся война лига желает Ахмаду удачи на борцовском ковре. Самое главное это для нас, Ахмад. Чтобы было, да, Ахмад сила! Ахмад Чакаев сила! На борцовском ковре. Скоро чемпионат мира в Каспийске у нас состоится. Будем болеть. Чемпионат Европы, да, будем болеть. А после будет и чемпионат России, отбор уже на чемпионат мира. И всего лишь 2 года до олимпийской заветной нашей медали. Может быть, Тайр, может быть, придем к этому. Ведь Ахмад Чакаев в самом расцвете спортивной силы. Ведь мы знаем историю Иорданов 35 лет, Абувайсаров 33 года. Очень много... практики очень много. 25 будет. Да, 25 лет Ахмаду Чакаеву. Желаем успехов и благодарю тебя, что ты принимаешь участие у нас в войнах лиги. Ваше участие это процветание в войнах лиги в прямом и переносном смысле. Благодарим нашего оператора за великолепные съемки не только футбольного.